Поехали. Всем привет, дорогие друзья. Итак, в предыдущих сериях Сантьяго прилетел Феликс. Они с ним начали сражаться, потом подружились и стали вместе ужинать. Так. А потом что случилось? А потом... Они сидели, ужинали, Феникс рядышком прилетал, помогал им по хозяйству, да? Да. Ребята у нас, что тут, кто-то спал, кто-то отдыхал, да? Черепашки ужинали. И тут они послышали страшный топот. Это что был за топот? Сейчас. Потому что появился кто? Появился страшный тиранозавр Тирекс. Он напал на деревню. Он начал грызть стены храма. Как он грызет стены храма, покажи. Ням-ням-ням. Люблю стены храма есть. Потом он что начал здесь? Только сильно не крушите, ребят. И тут черепашки первые бросились в бой. Да? Да, ты играешь. Давай. Черепашками и тиранозавриком. Я буду играть тиранозавриком? А я буду играть... Давай ради как пока поставим сюда. Давай. Я тиранозавр, я сейчас все съем. Давай, черепашки пока нападают. А, кажется, он начал грызть одного из тиранозавриков. Тьфу-тьфу-тьфу, невкусная черепашка, у нее панцирь. Невкусная черепашка. Ладно, буду есть вторую черепашку. Ой, фу, тоже у нее панцирь, фу, невкусный. Фу, давай, эту черепашку есть не буду. Давай пока все одевались оружие. Давай, пускай Коул командует. Коул кричит, к оружию, к бою кричит. К оружию. Дай мне, пожалуйста, свою косу. Вот мы все уже вооружены. Вооружены? Ну так давайте, нападайте, ребята. А теперь пускай попробуем погрызть Микеланджело. Я серия ударов! Ну вы сильно-то не бейте тиранозаврика. Хорошо? А что если тиранозавр хвост поднял трубой? Сбил Микеланджело. Так, ребята, срочно надо вызывать Фринкса на его Фениксе, чтобы... Нет, пока не надо. Еще надо, да? Хорошо. Когда все посражают с ним, да? Так, все, черепашки, все, сразились дальше, давай идем. Кто дальше будет сражаться? Коул. Ну да. Иди сюда, Коул, я сейчас тебя съем. Ага! Давай Коул на него наступил. Ой, точнее, он на Коул наступил. И... А давай я отскочил и вызвал свой истребитель. Давай. Вот, давай по тиранозаврику. Ты будешь стрелять, что ли, по тиранозаврику? Сейчас Коул сядет. Ну все, тиранозавр, тебе конец. Стреляй, чтобы туда посидеть. Давай я буду стрелять. Или ты будешь стрелять? Я. Да, вот с этой стороны стреляй, вот с этой стороны, вот с этой стороны. Давай. Давай, а ты играешь тиранозавром. Сейчас. А что с ним сейчас Он съел одну стрелу, ему ничего не было. Что делать? Следующий, кто там следующий будет с ним сражаться? Николай. Кай с мотоциклом. А как тебе? Рычаг землетрясения по голове! Ой. Ладно, все. Он, короче, хвостом махнул и сдул просто Кая, и все. А давай вызовем мотоцикла. Давай. Давай мотоцикл. И он прям прыгнул сюда и прокатился по этому. Давай, сейчас подожди. А давай тиранозавра этого не заметил. А тиранозавр сказал, так, что-то мне тяжело стало. Давай он этого не заметил. Давай. Так, что-то мне тяжело стало.
и полетел дальше. Опять махнул хвостом и улетел. Ну что, все, никто не остался. И вот он начал грызть храм, и тут то прилетает. Нет, вначале Карлов еще. Ну, Коль, ну сколько еще можно? Карлов последний, все, понял? Да. Эй, пускай он ему говорит, эй, тираннозавр, давай, попробуй мой стальной кулак. Эй, тираннозавр, попробуй мой стальной кулак прогрызть. Давай он попробуй прогрызть, а вот сказал, о, ты меня целуешь. Давай. Давай, какой стальной невкусный кулак. В общем, Карлов убежал. И, ребята, нам надо срочно что-то делать с этим тираннозавром, пока он не съел всю нашу деревню. Конечно. Пока он не съел всю нашу деревню. Давай, вызывай. Кто у нас укротитель тираннозавров и драконов? Дай Карлов, а где мой кулак? Феникса. Вызываем Феникса, вызываем подкрепление. Вот он, Феникс прилетел. Давай, знаешь, что сделаем? Флинт спрыгнул ему на спинку, тираннозавру, и укротил его. Все, и что он ему как лошадкой сказал? Адриан, он уже должен на него сесть? А что, они ножки не сгибаются, что ли, с ног? Нет, он может только стоять. А, ну ладно, будет у нас просто стоять тогда. Вот, он оседлал тираннозаврика и сказал: стоять, тираннозавр! Я тебе. Давай, все, Феникс только улетел в сторону. А где ракета? Вон твой, кстати, кулак валяется. И он приручил тираннозаврика, и они стали снова, и он вначале а потом успокоился. И вот они сели все вместе за стол. Тираннозаврик, все наши друзья, да? И начали опять кушать. Они всегда... Давай мы только их посадим. Давай, сажай.